Добро пожаловать в Craft the World, на связи Чандер, делаем кровать, наконец-таки. Кстати, мы можем сделать каждому гному тапочки. Вот на полном серьезе, раз, два, три, четыре, пять, шесть гномов, и все у нас будут обуты, представляете? Мне кажется, это уже неплохая заявка. На самом деле, снарядить их до волны желательно бы по максимуму. Но вот в частности, тапки — это уже плюс две брони. Я не знаю, насколько это много, но все равно это плюс. Если бы были листики, мы бы еще сделали. Кстати, нам нужно, по-моему, 30 деревьев срубить. Пусть даже маленькие, нужно рубить. На полном серьезе, до волны нужно постараться это сделать. Это важно. Кусты, скорее всего, не считаются, но вот это вот нужно собирать. Так, все, они очухались. Они поспали, они теперь полны сил. Погрузился и пособирал чего-то, хорошо. А, рыбалка на складе, нет удочки. Нужна жилая зона для отдыха. Согласен, мы уже ее строим, дружище, уже строим. Вот она, наша жилая зона для отдыха. В принципе, вот здесь у нас тогда будет располагаться тотем, я думаю. Здесь мы тогда немножко вниз спустим. Наверное, так. Или даже... Давай еще один блок оставим, а вот так спуск вниз уже будет. По поводу тотема. Вот он у нас, тотем. Я не знаю, как он будет работать, если честно. Но перед входом попробуем его... Ага. Ему два блока высоты нужно. Хорошо. Давай сделаем ему два блока высоты. Добро, меня это устраивает. Здесь тогда делаем лестницы. Поставим факел. Удобный, уютный. Так, что мы сделали? Что-то мы сделали, да? Что-то сделали. Деревья уже срубили? Хорошо. Котелок надо будет поставить. Не знаю, дома это надо ставить, не дома. По кроватям. Кровати, конечно же, не можем делать. Здесь тоже нужны листики, здесь тоже нужны листики. Катастрофически не хватает листиков. На коробке нужна веревка. Веревка. Веревка делается из шерсти. Кстати, ее можем много сделать. Это хорошо. И простая броня прокачалась за счет веревки. Ой, хорошо. А что по дереву технологии дальше? Дальше простое вооружение. Это было бы очень даже... А, нам, смотри, нам нужны основы строительства, обработку стали, и только тогда мы выйдем в простое вооружение. Вот оно как хитро. Хитро-хитро. Ладно. Мужики, пожалуйста, откопайте здесь срочно. Реально нужно. Ну вам же нужно спать где-то. Ясно и даже понятно. В принципе, можем прокопать, я думаю, и где-нибудь вот здесь устроить какую-то зону ночлежки ближайшую. Вот, наконец-то, ставим тотем. Факел поставили на всякий случай. В принципе, можем тут прокапываться. Так, новая книжка, книга охотника. Ты копаешь шахту и добываешь книгу охотника. Понимаю, как говорится, да. Здесь раскопаем. Хорошо. Тотем поставим, дерево. Большое. Завершите дом. 10 опыта всего лишь дали. Это невероятно сложное задание. Почему всего 10 опыта? По кроватям. Кровать раз. Невозможно построить кровать из листьев. Угу, она 2 слота занимает. Хорошо. Построим еще одну кровать из листьев. Добро. Здесь тогда делаем спуск потихоньку. Все, монстры спавниться не будут. Комфорт, уют на 40%. Терпимо. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, штук 10 лестниц сделаем. Недостаточно древесины, все еще. Хотя казалось бы, все у нас так хорошо, но дерева правда не хватает. Камень тоже добыл бы. Здесь мы за деревом можем пойти. Все это нужно добыть. На полном серьезе это все нужно добыть. Постараемся. Так, еда тоже соберем. Еда пригодится. Дерево в целом, оно есть, нужно его просто собирать. Это шкуры, это возьмем. Мужики, там драться надо. Вот, новый уровень, хорош, 7-й гном.
Седьмой гном, которого нужно одевать. Выдаем его дубину, выдаем ему топор. Нужно тогда создать еще кирку. Есть контакт. Не создать теперь, одеть, снарядить кирку. Добро. Мы можем ему также создать ботинки. Шапка пока нет. Нам нужны кровати. Сколько кровати потребуется? Несколько. По-хорошему, на каждого гнома пока можем, конечно, сэкономить, потому что нам нужно подготовиться вот к этой штуке. Где кровати? Ты видишь кровать? Вот, я вижу кровать. У нас три кровати в запасе есть. Ого. Между прочим, реально ого. Два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь можно выдолбить спокойно. Очерчивается зона дома, смотри. Интересно. Здесь тоже можно понавыдалбливать тогда. Вот, 6 и 6. И мы, собственно, будем устанавливать кровати таким образом. Раз. Не сюда. Раз. Два. Порядок. Пусть таким образом они и ставят кровати. По-хорошему, да, 7 нужно кровати. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять кроватей есть. Делаем 6 кроватей, 7 кроватей. Готово. Дерево технологий. Простая мебель сделана. Вот, ведро нужно, к слову. Нужно ведро, прям очень нужно ведро. Что для ведра нужно? Где оно? Я думаю, надо перезапустить постройку. Да, так и есть. Видишь, новое появилось. Котел с костром. Нужен уголь. Нужно ведро. Нужны доски. Так, верстак. Что делает верстак? Для обработки дерева, чтобы изготовить сложные предметы. Ну, давай мы один сделаем в целом. Для него нужен деревянный стол, железная руда. Хорошо. Сделаем тогда еще один деревянный стол, за которым они будут и кушать. Приятного аппетита, кстати, кто кушает, хомячит, лопает, трапезничает. Стол у нас вот здесь, да? Хорошо, сделали еще один стол. Также нам потребуется... У нас есть еще железо? Да, немножко есть. Иглы. Иглы никак не делаются. Они просто существуют. Раз, два... А, верстак. Вот. Вот. Нужен верстак для столярных работ. Хорошо. Давай тогда создадим... Где у нас верстак? Верстак нужно построить. Хорошо. Верстак большой? Не маленький. Добро, давай его разместим где-нибудь пока что вот в этой зоне. Если у нас будут располагаться кровати. Гномы атакованы. А, порядок, порядок, порядок. Это кабанчик. Новое задание какое? Приготовить еду, фермерство, выращивание, основы готовки прокачать, убить 10 скелетов, пока мы не можем. На нас зомби только идут. Ну, я не знаю, мы заруинили эту штуку или нет полностью, но без надгробий как-то спокойнее на душе. Гномы атакованы. Вот, приходят какие серьезные ребята, между прочим. Сильно пострадал гном, но он может поспать. В хорошем, уютном, комфортном, комфортабельном, я бы даже сказал, почти лакшери месте. Все, на семерых гномов у нас есть. Появится Белоснежка, и на нее тоже сделаем. Здесь прокопаем. Добро. Вот, смотри, он лежит и отлечивается. Дерьмово отлечивается, если честно. Хотя бы отличивается. Ну, это да. Так, верстак не сносите, пожалуйста. Давай посмотрим, что по доскам. Раз, два, три. Доски теперь мы можем сделать. Здесь нет. Мы можем... Стоп, у меня же есть доски. Я только что сделал доски. А, они в процессе. Должен прийти гном и их сделать. Как интересно. Да. Так, это мы срубим. Срубим когда-нибудь. Может быть. Не факт. Водица вроде сюда пошла. Непонятно, надо заделывать, не надо. По идее, надо заделывать. То есть, по-хорошему бы нам немножко видоизменить это. Поставить тотем сюда, здесь поставить вход тогда повыше. Господи, эти...
Призраки ворующие у нас. Все, он делает. Он прям в режиме онлайн без регистрации и смс это делает. Убейте, убейте призрака. Убейте призрака. Так, тотем нужно поставить сюда. Хорош. Скоро уже нападение будет. Нам нужны листики. Срочно. Тапочки всем выдал? Тапочки? Не помню, всем ли я выдал. Нет, не всем. Давай проверим. Тапки есть у всех. Шапки есть только у двоих. Поэтому нам нужны шапки. Что по броне? Сколько она? Она 4 брони выдает. Кстати, это много. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Нужно листики искать. Или опять, да. Ведра тоже сделаем. Все, тотем замутим здесь. А, это нужно удалить тотем. Нам нужна тогда еще одна дверь. Хотя как таковая дверь. Но я думаю, как запасную сделать не помешай. А, не сможем. Зараза. Так. Удалить. Я бы, знаешь, что еще сделал? Я бы добавил здесь света везде. Здесь свет, например, здесь свет. И здесь свет. Пригодится. Там лестницу. Так, удалить деревянную дверь. И прокопать тут. Давайте, мужики, работайте. Да елки-палки, уже дождь пошел опять. Не страшно. Исправимся. Справимся, исправимся. Тут люто много воды набралось, ты посмотри. Может, когда ты будешь водичку в ведро набирать, она будет исчезать? Надеюсь. Стенку ставьте. Быстрей. Бегом. Что тут? Что? А. Красный. Он говорит то, что здесь нету. Вот он показывает контур, но говорит, вот здесь, дружище, вот здесь, построй. Комфорта нету. Нам нужно забаррикадироваться. Задрать люки, начать погружение. Сделаем, сделаем обязательно. Дверь запилим. Дверь запилим сюда потом. Хорошо. Все, они будут тогда вот таким образом входить, и это окей. Лестницу также поставим. Давай-давай, лестницу. Отлично. Останется только лестницу сделать, и в принципе мы защищены от потопов. Фух. По железу, к слову. Мы можем продолжать копать, конечно, сюда, потому что здесь железа диво много. Но здесь затопило, прям аж факел видно. Сможешь покопать, дружище? Говорит, не могу. Можем попробовать тогда здесь покопать, поставить сюда лестницу, к примеру, и подкопать какой-нибудь вот этот блок для того, чтобы... Что? Ведро. Ведро, точно. У нас есть ведра. Ведро. Да. Ведро. И... Добыть воды, во! Добыть воды. И добыть воды. Давайте, у нас есть 3 ведра, все их наполните водой. А, овцу нужно убить. Дружище, у тебя 2 сердца. Всего лишь 2 сердца. А чего вы так пользуете по-дурацки? Так, нам нужны тогда мостки здесь. Так, рубить. Ой, это что такое? Это лед? Как интересно. С какого перепуга он там образовался? Это портал. Это портал, да. Они пришли. Так, они пришли. Внимание, они пришли. На самом деле у нас проблема. Я не одел снаряжение. Одеваю раз. Шапки. Одеваю два. И шапку тоже, да. Так. Нет шапки. Броня. Этот нездоров.
Вот этот здоров. Надо в первую очередь здоровым, потому что они сражаться будут. Этот нездоров. Все, шапки, если смогу сейчас сделать, будет круто. Не смогу, не будет круто. Два, две шапки могу. Две шапки могу дать, кому? Кому выдать шапки? Признавайтесь. Вот этот говорит мне, я веду сражение с противником, держи, друг. Так, ты, товарищ, у нас убегать будешь, ты в шапке, ты и так в шапке. Тебе шапка не помешает, у тебя вообще на голове ничего нет, давай. Хорош, атакуйте. Лютейший, конечно, портал вот этот за злобоглазом. Но злобоглаза вынесем перед ногами сейчас. Тут смотри, какой зомбарь. Ты видел? Видел, вынесли уже. Вот этого ты видел? Вот этот лютейший. Выглядит как просто безумное чудовище. Двой! Двой! Слушай, как хорошо, что мы ему броню дали. Как хорошо, что мы ему дали полный набор брони. Ты посмотри, как он танчит. Как боженька. Действительно. Нас бьют. Томик бьют. Мужики, ну справьтесь с задачей. Мужики, вы чего? Вы чё, мужики? Немножко орут. Придумали, когда ржать. Рубить. Надо рубить, собирать, хватит ржать. Дела еще надо делать. Не сломает люк. Не сломает. Не сломает. Не сломает. Нет. Сломал. А, там еще двое. Второй был. Хорек. Не зомби, а хорек самый настоящий. Ну ладно. Люк он, кстати, выбил. Он. Это хорошо. Это прям очень хорошо. Забрал его люк. Так, люк забрали. Хорошо тоже. Факелы, надеюсь, что хоть как-то отпугивают. Еще зомбарь. Еще призрак. Давай фигурю. Хорош. Гномы атакованы. Терпимо. Выкидывай. Смотри на него. Раскидывается, раскидывается. Так, овечка качественная. Готовая к сбору. Гном тонет. Куда? Зачем? Дурачок, потому что. Так, здесь мы собираем тогда. Собираемся поставить... Мостки. Тут еще мосток нужно будет сделать. Надо еще мостки сделать тогда, я думаю. Мостки. Раз, два, три, четыре, пять. Будем мостки возводить. Вот так. Хорошо. Да, будут тут древесину. Тут мы понасобирали. Это вода, наверное. Конденсированная. Предполагаю. Им, кстати, одного ведра хватило вполне. Да. Если это была вода. Вот здесь добудьте воду. Давайте, давайте, ребят, не стесняйтесь. Добудьте, добудьте воды. Добывайте, добывайте воды. Воду добывайте. Так, здесь нам нужно прокапывать... Крысы. Крысы. А чё мы тут там? У меня вообще-то тотем. Так это же не враги, видимо. Ну, чтоб вы знали. Они тоже хотят тут. Может, это еда, это мясо? Сразу смотри, проснулись все. Само пришло мясо. Вообще, вообще нет. Вообще, вообще нет. Ничего нет. Это гнездо крысиное. Похоже. Крысы насрали. У нас дома насрали крысы просто. Тужили. Угу. Кошмар. И ужас. И кошмар. Так, нужна кровать. Давай переносить ее сюда. Давайте, давайте, разберите эту штуку. Это реально крысиное гнездо. Сундук. Ну, чтобы они не туда ходили, а домой таскали. В принципе, можно. Поставить пока некуда. Пшеница. Пшеница. Это крысы наворовали или... Или они, в принципе, выращиватели пшеницы? Крысы выращивают пшеницу, ребят. Неплохо. Вы не знали? Они выращивают. Так, мы здесь можем копать, что мы, собственно, и сделаем. Потому что здесь лютое количество угля. Угля. Прям хорошее количество. Железная руда есть. Все, что нам нужно для жизни.
Так, следующая волна будет еще сильней. Нам нужно к тому времени простое вооружение по-хорошему. Нам нужны основы строительства. Нам нужна обработка стали. Никакого оружия там не упало крутого. Вроде бы нет, даже с того серьезного парня. Да, ты видишь, ничего нету. Просто ничего. Ладно, ничего страшного, главное здоровиться. Потерпим. По опыту. Если честно, опыт нам тоже люто нужен. Что мы по квесту можем сделать? Можно вот эту, эту зону захватить нужно. Нам нужно захватить вот эту зону, избавиться здесь от всех, и у нас все будет хорошо. Хотя факел даже стоит, к слову. Даже факел стоит, и тем не менее, крысы тут появились. Еду можем сделать, да. Кстати, котелок. Котелок, основы готовки. Есть контакт, хорошо. Дальше, нам необходимо этот котелок возвести. Мы должны его создать, да, на верстаке, небось? Нет, он создался. Хорошо. Он создался. Давай переносим сюда. Где мы будем готовить тогда? Нужно ли... Захватим зону, будем там готовить. Да? Да. Ну, давай. Ой, водичка. Добыть воды. Уберите воду. Уберите. Так, здесь не достроили мосток. Здесь мостки достроим. Порядок. Мостки нужны. Мостки пригодятся. Так, здесь высокое дерево. Ультравысокое дерево. Пшеницу так и не собрали. Мясо так и... Шерсть тут валяется. Деньги. Очень далеко, да. Вот есть овечка. Что это сверху? Пандора. Пандора уже забыл, если честно. Правда. Пандору бы по-хорошему тоже собрать. О, книжка. Книга повара, к слову. К слову о повара. О поварах. Ёлки-палки, сколько тут плантер. Так, давай попробуем котелок тогда сюда поставить. Гномы атакованы. Кем? Зомбями. Зомбяшка в шлеме. Да ты чего? Что выкидывает его с камня? Запах отталкивает. Ага. Просто один зомбарь набил там толпу гномов. Потому что он стоял выше их, понимаете? Вот так, позиция выше все-таки решает. Плантера наверняка. Комфорт бедно. 5%, 5%, 5%. Ого там. Ого там. Надо осветить. Святую воду, где святая вода? Так, поставим сюда. Свет, сюда свет. Сюда свет. А, куда еще свет? Да непонятно, надо же свет. Сюда свет пока что поставим. Гном тонет. Не тони. Тонет он, тонет. Не тони. Никогда не тонули, сейчас начали тонуть. Вот что началось? Вот именно. Что началось от этого? Так, призрак. Убить. Убить. Достать его, освежевать, сделать коврик под кровать. Убить! Шишку украл. Аджиш. Ух ты! Кварц. Красивые. Ну, похоже на кварц, во всяком случае, да. Надо добыть. Вау. Вау. Между прочим, вау. Не знаю, но там что-то прям интересное. Так, комфорт уютно на 35%. Такой себе, если честно. Ты его ставил в салон уютнее. Ну, освещу. Да, все освещу, все станет получше. По-хорошему бы здесь вот так прорубиться. И прям направляющую сделать, может быть, мостки поставить. Поглядим. Вот здесь даже лестницу провести тогда. Вместо этого факела можно будет разместить, например, вот здесь факел, к примеру. Не знаю, можно ли на мосток ставить что-либо. Ну, пока поставим мосток. Там разберемся. Здесь мосток. Пусть так будет. Здесь еще факел. Вот этот факел убираем. Тут лестницу проведем. Еще одну. Интересно. Понимаю.
нужно не вширь, а вглубь играть. Тут еще синий какой-то. Надо прокопаться до шахты, чтобы не оттуда ходить, а отсюда ходить. По-хорошему, да. Далеко. Нас тут, видишь, не повезло. Вот эта штука непонятная. Электричество, да. О, железо есть. В целом, недалеко есть железо от нас. Здесь можно пробить, здесь поставить мосток. Что мы можем готовить? К слову. Мы можем же готовить. Мы готовить уже можем. Что мы можем готовить? У нас есть вода. У нас есть глаз. Глаз крысы, струна арфы. Хорошо. Я бы, знаешь, что сделал? Сундук. Железо нужно. Железная руда вообще закончилась. Смотри, сколько ее. Так, вроде бы она и здесь есть, понимаешь? А толку? Я кто-то бахнул, видел? Экран трясся. Видел. Но я не понял, что железную руду вроде несет. Че там, мостов нету? Где? Не знаю, вот тут что-то гном начал плавать. Это он спускался за ресурсом, порядок. Вот здесь, кстати, тоже мостки можно провести. Только нужно их создать. Раз, два. Хорошо. Сделаем мосток. Тут уберем, чтобы они просто переходили по прямой. Так, давай, добывай. Создать. Не донесли еще железо, не донесли. Что ж такое? Мосток сюда, пожалуйста, тоже поставьте. Мне не нравится то, что вы прыгаете. Вот, молодец. Взял, поставил. Вот это тоже можно срубить. Вот это дерево срубить. Здесь мосток тоже поставить. Давайте, устанавливайте. Звуки страшные. Страшные звуки, потому что ночь началась. Ресурсы через мостки проходят, к слову. Так, еда. Что по еде? Мясо жареное. В целом можно, но тут листики используются, я бы не хотел их тратить. Вот шишки ягоды, да. Пожалуй, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Погнали. Из шишек, из ягод. Что делает шишка? Шишки и яблоки гномы могут есть сразу же, как только находят их при добыче древесины. Питательность 1. Не надо, мы лучше сделаем салат. Здесь питательность 1 и исцеление 3. А, питательность 1 всего лишь все равно. Салат и свежий зелень. Опять не то, что нам нужно. Мы не можем тратить листья. Вообще никак. Поэтому давай тогда... Шишки и ягоды, да. Вот и яш о том же. 78. Нет, да. Он готовит. Пойдет. Пусть идет. Стол, кстати, нужно поставить тогда. Давай куда-нибудь его разместим. И стуль. Стулья как раз стоят. Так. Ну, пусть тогда стол здесь в целом. Не, давай уберем. Стол. Я могу поставить стол под рядом с факелом? Не могу. Факел куда-нибудь вот сюда могу? Надеюсь, что да. Здесь удаляем факел. Здесь ставим лестницы. Лестницы еще нужны. У нас деревья заканчиваются, к слову. Вообще заканчиваются. То есть недостаток древесины. Снова. Снова вонючий зомби. Гномы атакованы. Гигантский вонючий зомби. У нас гном уже убегает. Спит. Мужики, разберитесь, давай, стой выше, правильно, позиция выше, все как научились, все, бегите и спите, готовит кулинар у нас, это хорошо. Так, попробуем разместить стол на, да, на мостки можно установить стол, это приятно, и стулья тогда поставим, раз стул и два стул, я могу повернуть, правильно, как-нибудь, нет? Ну и черт бы с ним тогда. Так разместим, этого хватит. Все, просторное место. Видимо, нам нужно будет еще один тотем ставить тогда, если мы хотим дальше проходить. Не особо понятно.
Ну, видимо, надо будет. Тут надо выкопать и пробить тогда эти лестницы еще добавить. Времени уже сколько, видала? Ничего себе, мы увлеклись. Ну, классно, классно, ребят. Не, игрулька клевая. Вот мы немножко подразобрали. Опять-таки, огромное спасибо. Вот на стриме нам подсказали, что нужно делать. Как вот дом обеспечить, да, себе. Вот мы, собственно, стали более вот так вот активно играть. Ну и, конечно, поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым мы строить дома научились. И, собственно, научились... как-то выживать в этой игре. Ну и только лишь благодаря бустерам у нас выходит видео на канале, не забывайте. Присоединяйтесь к их числу, вступайте в семью, ведь семья это главное. Это не электричество, это прям знаки, это руны. Руны какие-то. Интересно, тотем на какую-то область? Если да, то тогда нам здесь где-нибудь еще тотем нужно будет ставить. Посмотрим.